В Черкесске прошел отчетный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители наслаждались живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Подробности у Али Баташева. Живое исполнение в лучших традициях хорового пения. Бессменный лидер академического хора ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Черкесска Людмила Городецкая. Она руководит певческим коллективом с 1984 года. Когда создавался этот коллектив, то совет ветеранов и городской, и республиканский очень просили, чтобы мы все-таки вот эту планку о патриотическом воспитании несли в массы. Особенно молодежи, те, которые не видели войны. На выступлениях перед студентами и школьниками участники хора стараются не только исполнять песни военной тематики, но и рассказывают о важных исторических событиях Великой Отечественной войны, ее героях. Дети с большим удовольствием слушают, потому что для них это новое. И мы не только поем, но мы и рассказываем о том или ином. Вот недавно, значит, событие. Недавно у нас было 80-летие освобождения Карачаева и Черкесии, да? И вот мы говорили о нашем перевале, о наших героях, как там флаг поставил, кто поставил, как его снимали, ну и так далее. Красиво исполненная песня воздействует сильнее рассказа. Она быстрее всего доходит до сердца слушателя, независимо от его возраста, считает участница хора с 32-летним стажем Нина Шевченко. Нет для меня ни минуты, чтобы не петь, не танцевать, не шутить. Песня помогает во всем, даже в горе тоже она помогает. Татьяна Макаренко не только исполняет песни других авторов, но и пишет свои. Ее песня «Моя земля» вошла в состав репертуара хора. Я вообще очень люблю петь. Вот. И у меня дочка закончила тоже дирижерское хоровое отделение у Людмилы Ивановны. Песня – это неотъемлемая часть жизни. В репертуаре коллектива более 300 песен. Народные и авторские, грустные и веселые. Репетиции коллектива проходят два раза в неделю. В мае следующего года хор ветеранов отметит свой 40-летний юбилей. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.